Всем привет! Спустя почти год я вновь вернулся к римской тематике. В этот раз начал делать сразу два шлема. И это первый из них под условным названием «Шлем претарианца». Эту модель я не создаю с нуля, а беру из мода как резко Рим. В моде данный шлем называется как шлем офицера, но в моем представлении так выглядит претарианский. Мод устанавливать не обязательно, файлы в нем не запакованы. Открываем Blender и импортируем файл. Модель я немного отредактирую. Сначала удаляю перья, изменяю гребень, делаю его уже и выше. Затем убираю остальные лишние объекты и полигоны. Отделяю от основного меша на счетчик, козырек и гребень, делая их независимыми объектами. Экспортирую и открываю Flipboard Designer. Сразу же выставляю размер и начинаю разворачивать модель. Я стараюсь не создавать больших и сложных групп, но и излишне не мельчить. Главным принципом при разворачивании я считаю представлять, как это будет собираться, но для этого, конечно, нужно иметь хотя бы небольшой опыт в склейке бумажных моделей.
Ну вот, развертка готова, отправляю на печать. Развертку я распечатаю на картоне, вырезаю ножницами, в труднодоступных местах использую цанку и нож. Thank you.
Все линии сгиба я обязательно продавливаю. Клею на клей супер ПВА.
Также на модель я сделал дополнительные распорки. Распорки сделал из деревянных шпажек и зубочисток. На момент укрепления для модели я сделал временную стойку